Ну а мы с вами переходим к следующему вопросу и поговорим сегодня о тоге, о токах, которые могут протекать в различных средах. Для этого, для начала, вспомним, что же такое электрический ток. Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. И мы с вами привыкли, когда до этого изучали закон Ома, Джоуля, Ленца, о протекании тока в цепях, токи у нас протекали через металлические провода. И говорили о том, что носителя тока в данном случае в металлических проводах являются отрицательно заряженные электроны. Более того, мы с вами говорили о том, что за положительное движение электрического тока принято движение положительно заряженных частиц. Но кроме электронов, конечно же, есть другие частицы, которые обладают зарядом. Поэтому носителями электрического тока в различных средах являются, ну, различные ее представители. Какие? Итак, мы с вами говорили, что в металлах за счет строения их электроны в них считаются свободными, и именно они являются носителями электрического тока. В принципе, данная теория, так это она в первом приближении, все не совсем так, но об этом, о квантовой теории электропроводности, будем разговаривать в следующем семестре. Что касается газа. Если мы посмотрим, то в газах носителями тока являются электроны, а также ионы обоих знаков, и положительные, и отрицательные. Что касается полупроводников, то носителями тока там будут являться электроны и положительно заряженные дырки. Полупроводники бывают собственными, полупроводники бывают примесными, N-типа, P-типа и так далее. Там все тоже достаточно непросто, но тем не менее. Что касается вакууме, ну, в общем-то, если совсем строго подходить к этому вопросу, раз в вакууме не имеются носители тока, значит, ток в вакууме не распространяется. В данном случае имеется в виду, например, такое явление, которое называется термоэлектронная эмиссия. И в этом случае, в случае термоэлектронной эмиссии, при испускании электронов нагретыми телами, нагретыми металлами, которыми находятся в вакууме, носителями тока и действительно являются электроны. Что касается электролитов, ну, если так быстро, то все мы знаем, что вода является диэлектриком, но как только в воду мы добавляем некоторое количество соли, это может быть просто наша всем известная пищевая соль, натрий хлор, это вода. За счет явления электролитической диссоциации расщепляется на ионы разрезных знаков, и, естественно, они становятся носителями тока. То есть в электролитах носителями тока являются положительные и отрицательные ионы. Но в данном случае мы с вами более подробно поговорим об электрических токах газа. Что мы можем сказать? Ну, прямо во-первых. В обычных условиях газы состоят из электрически нейтральных атомов. Конечно же, очень небольшой процент из этих атомов находится в ионизированных состояниях, но концентрация зарядов в газах в этом случае является ничтожной, и поэтому носителями электрического тока в обычных условиях газ не может. Поэтому в обычных условиях воздух в том числе используется именно как изолирующий материал, но не всегда при определенных условиях. В некоторых условиях воздух все-таки является проводником. То есть, если у нас воздух или газ является изолятором, состоит из нейтральных, электрически нейтральных атомов, стало быть, нам нужно сделать так, чтобы концентрация и количество заряженных частиц было больше. Каким образом это можно сделать? Конечно же, за счет ионизации этих атомов.
И что происходит при ионизации? При ионизации, скажем, электрон, который находится в так называемой потенциальной яме, то есть он достаточно сильно притягивается ядром, и потенциальная энергия взаимодействия между электроном и ядром атома достаточно большая. Для того, чтобы он преодолел эту потенциальную яму, необходимо затратить некоторую энергию. И эта энергия называется энергией ионизации. То есть это та энергия, которая необходима затратить, чтобы из молекулы или атома выбить, удалить один электрон. И эта энергия колеблется в диапазоне от 4 до 25 электрон-вольт, насколько вы можете это видеть на слайде. Каким же образом можно ионизировать электрический нейтральный атом, электрически нейтральную молекулу? Ну, видов ионизации, как вы видите, много. Это ударная ионизация при соударении атома с какой-то другой частицей высокоэнергетической. Это может быть сделано под действием температуры, значит, это будет термическая ионизация. Фотоионизация под действием некоторого излучения, радиоактивность в том числе. Соответственно, ионизаторы тоже могут быть как источники высокой температуры, какой-либо вид излучения, рентгеновское, ультрафиолетовое, гамма-излучение, все это коротковолновое излучение, либо это источники быстрых заряженных частиц. К сожалению, у нас истекает время для рассмотрения этой темы в рамках данного видеоролика, поэтому переходим к следующему.